Экскурсия для молодых семей в вымирающее село. Нет, это не экстрим-туризм, а важная часть белгородской программы по возрождению исчезающих деревень. Посмотрите, какая красота. У подножья белый бор. Областные власти начать решили с села Ватутино, родины героя Советского Союза Николая Ватутина. Долой бурьян и заросли. На главной и единственной улице расчищают участки для новых жилых домов. А в это время чиновники рассказывают необычным туристам, какой бонус они получат, если согласятся переехать в Ватутино. 3 миллиона рублей на строительство дома на 15 лет под 1% годовых. И это еще не все. 3 года они могут не оплачивать этот кредит при рождении детей. Первого 1 миллион списывается кредита, соответственно, второго и третьего списывается кредит полностью. Семья Коюшевых в первых рядах на переезд в Ватутино. Трудности не боятся. Главное, говорят, до райцентра 15 минут езды, дорога, газ и электросети подведены. Остается надо руки приложить. Воду сделаем. Главная достопримечательность этих мест – дом-музей генерала армии. Хата, где родился будущий военачальник. Еще дом его матери, в котором размещена большая экспозиция о боевом пути Ватутина и об истории села, названного в память о герое Великой Отечественной. В начале прошлого века в селе проживало более 1500 человек. Здесь была школа, дом культуры и гордость района – крупный колхоз имени Ватутина. Сейчас о былой славе сельхозпредприятия напоминает только маленькая ферма. Село в числе вымирающих. Самому молодому жителю Ватутина 80 лет. Сейчас в Ватутино живет всего 13 бабушек и дедушек. Идея губернатора привлечь в село молодежь сначала показалась местным жителям фантастикой. Работы в Ватутино нет. Родину героя, ее просто нельзя допустить, чтобы она как-то затихла, вымерла. То есть здесь нужно развить сельский туризм. В планах строительство гостиницы и кафе рядом с музеем, конные прогулки. Семья Коюшевых мечтает открыть автомастерскую. Несколько молодых специалистов хотят заниматься здесь животноводством. Местные просторы это позволяют. Мы при помощи грантовой поддержки, которая существует сегодня, и федеральная, и региональная, будем давать, значит, тоже безвозмездные субсидии на развитие личного подсобного хозяйства или какого-то бизнеса, там, миллион. 1,5-2 миллиона, в зависимости от бизнес-проекта. Молодым семьям предлагают земельные участки от 10 до 25 соток с видом на меловые горы и ежедневными подарками от природы. Например, такими как пение птиц, танцы стрекоз, цветение кувшинок на реке, игры солнца в паутине и общение с милым семейством степных сурков. Ольга Чернова, Олег Золотарев, Андрей Островерхов и Юрий Лесных, телекомпания НТВ, Белгородская область.